Приветствую вас, Евгения. Вы описываете механизм панических атак. Вы описываете механизм панических атак, который проявил себя 4 года назад. И вы по какой-то причине ничего не сделали тогда, да, то есть вы решили просто просто ждать, вот, и вы описываете механизм панических атак, который, как правило, проявляется в том случае, когда люди действительно находятся в таком состоянии напряжение, состояние стресса, ну, в том числе постоянного стресса, вот, и, соответственно, вот это вот, скажем так, конфликтность, она выбивает человека из колеи, вот, неустойчивого человека, выбивает из колеи. Панические атаки неустойчивых людей, к сожалению, выбивают из колеи. Вот, это правда. То, что вы описываете. Другой вопрос, что с этим делать? То есть, другой вопрос, как с этим бороться? И мне, вы знаете, кажется, что в первую очередь нужно смотреть на то, как вами было воспринято, как вами были восприняты конфликты, которые происходили между вами и вашими близкими. Это вы говорите вот про неврядицы семейные, как раз таки. Вот вопрос в том и заключается, чтобы сформировать позитивное, конструктивное отношение к конфликтам. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, речь идет о том, что вы не отреагируете свои чувства вовремя, когда это вам нужно, когда это вам необходимо, вот, вследствие чего появляется куча плохих мыслей, агрессивных мыслей. Агрессия,
кстати говоря, является ничем иным, как формой защиты. То есть, если вы агрессируете, если вы агрессивны, значит, у вас есть необходимость себя защищать от чего-то. Вопрос, конечно, в том и заключается, чтобы понять, от чего вы хотите себя защищать. От чего вы пытаетесь себя защитить, например. То есть это такая достаточно важная история, да. Такой достаточно важный момент, на самом деле, который необходимо раскрыть. Обязательно раскрыть. Потому что это напрямую влияет на вас. Понимаете? О чем идет речь? Вот. Другой вопрос, конечно. Хотите ли вы с этим разбираться? Это уже немножко другой вопрос. Потому что вам, может быть, страшно, вам, может быть, как-то вот неприятно все это исследовать и так далее. Тем не менее, да. Сделать это, тем не менее, необходимо. Вот. Потому что в основе лежит, как я уже сказал, конфликт. Вот. В основе лежит именно конфликтная проблематика, скажем так, вашей проблемы. И невыраженная агрессивность, невыраженная защищенность себя. А в остальном, вот если мы говорим про остальное, да, то в остальном это потребность во внимании, вот, у вас, как мне видится. Вот. Ну тут уже, в общем-то, коррекция поведения вашего выступает на первый план, на передний план, скажем так. Что касается диагнозов, то, опять же, вам назначили антидепрессанты, но не совсем понятно, что они лечат. То есть, ну, вы пьете, а без психотерапии это не имеет смысла никакого. То, что вы пьете. Антидепрессанты. Флуоксетин. Вот, потому что, в общем-то, это не решает проблему. Вот, ну, не работает с вашими чувствами и с тем, что вы отчаянно нуждаете потребности во внимании. То есть вы не чувствуете себя сколько-нибудь важной, значимой, ценной. Вот. В этом все дело. На мой взгляд, по крайней мере. Так это вот мне видится. В целом, такое я могу
дать вам ответ на вопрос, который вы задаете. А я надеюсь, что это было для вас полезно. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша максимально позитивно разрешится.